Спи, мой серый попугай, баю-бай, баю-бай. Спи, мой серый попугай, варю. Ну? Нельзя кусаться. Ну чего же ты, зайчик маленький, не надо кусать, ты разнервничалась, да? Ну ты успокойся. У папы на ручках полежишь, успокоишься, да? Хорошая, да, птица. Хорошая девочка, у папы на ручках. Баю-бай, баю-бай. Спи, мой серый попугай. Да, моя Лялечка, моя хорошая девочка сладкая. Не кусай, папа. Кусать нельзя. Не кусай, папа. Хорошая девочка. Папа, кто кусается? Крокодил? Папа. Это, наверное, крокодил наши тапочки съел. Крокодил, сейчас, да? Мама покажет тапочки, какие у нас красивые. Крокодил съел. Были хорошие тапочки. У папы тапочки. Вот. Тапочки. Были тапочки. Теперь мама покажет тапочки, какие. Ох, какие у нас тапочки стали. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот тапочки. Вот ты куда поставила тапочки. Были вкусные. Вкусные тапочки. Ой, остались только... Кто-то говорит, что тапочки. Тапочки не должна кушать. Они просто вкусные, да? Как овротики, вот. Вот тапочки. Совсем остались одни воспоминания от тапочек. Вкусные. Не кусайся. Вот так мы показали всем тапочки, как мы вкусно кушаем, чтобы люди знали, какая у нас вкусная еда есть.